Другим темам. В Новосибирской области создадут единую систему защиты от киберугроз. Решение приняли в правительстве региона после недавней массовой атаки на компьютеры по всему миру. Напомню, 12 мая вирус WannaCry мгновенно распространился через всемирную паутину. От кибератаки в том числе пострадали структуры МВД, Следственного комитета, банковский сектор и некоторые СМИ. При этом жизненно важные системы, такие как социальная сфера, здравоохранение и госуслуги, не были повреждены. Сегодня решением рабочей группы во главе с губернатором уже начали создавать единую систему защиты от всех структур, в которых так или иначе присутствуют персональные данные граждан и другая конфиденциальная или секретная информация. Считаю, что Новосибирская область находится среди лидеров вот именно по мероприятиям по защите информации. Там и каждый муниципалитет у нас тоже работает с такими системами. Специальными шифроканалами защищается, так сказать, взаимодействие между базами данных и компьютерами. И эта работа во всех учреждениях будет усилена.